После каждой смены возвращаюсь я к себе домой. Меня уже встречают. Какие люди! И костер горит не просто так. Будем кушать шашлык. Привет! Тушу! Магнитный! Чё он так? Нет! Смотри, как он усилит! Траву нельзя, камень тоже! Очень приятно, когда готовит мужчина. Немного не сгорит. Сейчас я дам. Камень сгорела. Я такое пекло. Маша уже дома, да? Угу. Привет, мам. Люша одетый совсем без кофты. Хорошо. Огонь какой! А ну! Хватит орать! Тебе надо еще такое добавить, такого. Бросай уже эту палку, она ни на что не годится. Я тебе сейчас так дам. Сейчас. И снова уроки. Даже в поздний час. Без них не обходится. Привет всем! А я на работе сегодня, у меня третий день, и я сейчас перебираю яйца. Есть новость, которой захотелось поделиться с вами. У Димы в классе карантин, у них 14 детей заболели с температурой за несколько дней. Вот. Так что мы теперь до 4 числа на карантине. Не знаю, что я буду делать с ребенком. Ребенку придется сидеть дома. А Илюха будет ходить в сад. Ну, если они оба, конечно, не заболеют. Ну, так вот я перебираю яйца. Плохенькие отдельно. Хорошие выкладываю в клеточки отдельно. Вот и все. Закончился мой рабочий день. Я приехала домой. Меня встречает Барсик. Он уже ходит по капоту, но вам его будет не видно. Ну что, пойдем домой?
Ой. Мои вещи, рюкзак и пакет с рабочей одеждой. Пойдем. Ку-ку. Не видно. Очень плохое освещение во дворе. Найда пляшет, встречает. А меня никто не ждет. Давай, привет. Спасибо, не надо, отходи, я зайду. Ой, мамочки. Привет. Привет. И ритуал, помогающий снять стресс, без которого никак. Вот такая она моя рутина. Душ, ужин, уроки, сон.